Привет, слушатель. Какой там день-то у нас уже? Второй месяц. Запись часов. Шел второй месяц уборной записи. Мы сегодня пишем гитару номер два. Ну там солячки всякие, пиздатые там, всякую хуйню. Вот. А поскольку звукари все пидорасы, съебались, писать буду я сам. Мама, роди меня обратно. Ты все удалил? Я нет. Я слишком ленив. А как ты меня насиловал? Да ладно, ладно, я же... Ты думаешь, я себя буду меньше насиловать, чем тебя? Сейчас. Ебаные позорники, блядь! Не могут одним дублем песню записать, лохи-петухи. Отцы так делали, блядь. И дубль нам испортил. Вот вечно, блядь, так. Покушаешь? Я-то? Ты-то? Я еще не ходил никуда. Я тебе принес. Противка, покушать принес. Еще дышку. Ты, Стас, на голову поставь и кричи так: сладкий хлеб, сладкий хлеб. Сейчас, блядь. Хуйня, Миша, давай по новой. Поешь, пока горячая, остынет потом. Перерыв! Ура! Сори! Сука! Ты понимаешь, что ты сейчас умрешь? Сука! Блядская сосалка!
Хуй, ну, блядь. Я убью тебя сейчас нахуй. Так надо ручком разлюбить. Еще разок то же самое. Ты только сейчас начал, да, записывать? Да, да. И все мое вещание пиздатое проебал, да? Конечно. Так вот, детишечки. Чтобы записать солягу, вам нужна вот такая вот поебень. Поскольку руки у вас у всех кривые. Как и у меня. Поебень называется липучка от микрофона Шур. Готово. Let's, я готово. Как говорится, go. Ой, рановато. Delete. Окей, тогда еще под отсечь. Are you ready? Fuck you.